Дмитрий Шишканов занимается легкой атлетикой с детства. За его плечами множество спортивных достижений. Молодой человек приехал в Саров из Мордовии. Здесь он продолжил бегать под руководством тренера Марины Мачкаевой. На областных соревнованиях в Павлове Дмитрий занял 2-е место. Во-первых, да, это первый старт. Первый старт, он всегда тяжелый. Во-вторых, условия были, скажем так, нелетные для легкой атлетики. Сильный ветер. Но, то есть, все были в одинаковых условиях, поэтому у всех было время. Всем было тяжело бежать. Сразу после павловских соревнований Дмитрий отправился в Нижний Новгород, где бежал 400 метров вне зачета. Молодой человек установил личный рекорд 50 секунд 23 сотых. Рекорд на областных соревнованиях в Нижнем Новгороде установила и Дарья Пивкина. Девочка прыгала в длину и заняла 2-е место. Для Дарьи это первая серьезная награда. К ней она шла почти 7 лет. Я вообще думала, что даже в тройку не попаду. Но когда мне сказали, что я заняла 2-е место... Радовалась. Уж долго ждала этого. Тренер Марина Мачкаева уверена, что ребята показали отличные результаты, тем более после длительного перерыва. На соревнованиях были сильнейшие спортсмены области, и все они хотели попасть в сборную команды Нижегородской области. Как пандемия только закончилась, в легкой атлетике разрешалось выступать детям, учащимся, те, которым уже за 18 лет. А все, которые до 18 лет, как раз вот, которые мы ездили сейчас на соревнования, они 2 года сидели без соревнований. Вот они были очень... И заниматься было, готовиться было очень тяжело, когда без соревнований. Ты ходишь, тренируешься впустую, никакой отдачи не было. Вот, конечно, очень были рады всем своим местам. Сейчас юные спортсмены готовятся к очередным областным соревнованиям в Нижнем Новгороде, которые пройдут уже на следующей неделе. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.